Друзья, всем привет! Сегодня будет видео, которое называется «Суп». Суп – это смесь каких-то моментов из разных дней. Обычно я снимаю смену однодневную, а тут просто там, позавчера, несколько дней назад какие-то эпизоды в кадр попали, я их совместил, как-то им дал название, и это очень хорошо характеризует самые частые моменты в такси. Поэтому досматривайте до конца, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, это обязательно. Алло. Алло. Да. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите? Я вас слышу. А скажите, пожалуйста, ну мы вот вызвали машину, да, к ЖД вокзалу, ну на да. парковку. Ну да. Вот, у нас чемодан, два чемодана и коляска. Что за коляска? Ну коляска, она складывается. Ну она что за коляска какая? Инвалидная, детская. Детская. А вы с ребенком? Ну мы с ребенком, да, у нас один взрослый ребенок, а другой 3 года ребенок. 3 года? Я вам могу сказать, что вам надо заказывать детский тариф? Ну вы знаете как, мы сейчас просто вот созванивались непосредственно с базой, объяснили вот эту ситуацию, сказали, вызывайте такси и уточняйте по поводу... важного, чтобы багаж нашего. Я вам могу сказать, что детское кресло намного важнее, потому что это безопасность детей. А ваши коляски можете в любой багажник запихать. Поэтому заказывайте детский тариф. Категория номер 2, он там не очень дорогой. Я вас понял. То есть вы отказываетесь? Я не отказываюсь, я просто не буду нарушать. Ваш заказ именно на нарушение меня ведет. Я этого делать не хочу. Ну, тогда снимайте заказ. Да я его что, заказывал, чтобы его снимать? Вы заказывали, вы снимаете. Я. Вот хитрецы, блядь, а. Я вчера наблюдал картину, где 4 огромных мужиков засовывают свой багаж в сумки, в Гранту, уже не влазит. И, то есть уже Гранта там в полу висит. Я не знаю, не кирпичи, может, везли. И еще 4 этих здоровых мужиков сели в эту бедную Гранту и куда-то поехали. Вот сейчас примерно картина та же. Звонят, говорят, 500 мешков картошки плюс 3 детей и 2 коровы. Повезешь? Ну нет, ну тогда отказывайся. Да я сейчас подъеду туда, нажму на месте, посмотрю, что за способ оплаты у них стоит. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк, ребята серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключает к Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия всего 50 рублей в сутки, а автовыплаты ежедневные без комиссии. Есть 4 вида моменталок, выбирая именно тот способ, который подойдет тебе. Также подключает к Сити Мобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылку оставлю в описании, заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Вы к центральному подъедете? Я уже во дворе вас жду, у вас точка тут стоит. Ну в каком дворе? Чё это? Я буду обходить туда-сюда, вам быстрее здесь доехать через арку. Да там дороги нету, какой туда ехать там? В смысле дороги нет? Вот где стоите во дворе? Ну, во дворе 36-го дома. Через арку можно проехать. Да я уже подъехал. Вы сюда заказали, куда я подъехал. Кататься искать вас я не собираюсь. Заебали, блядь. Знаете, кто в Играде живет, Николай отряда 36, там есть стоматология. Часто вот так вот люди нихуя не задумываются. Я приезжаю во двор, потом звонят, что ребята, подъезжайте, я тут стоматология. Там прикол, просто там дороги нету, там колдоебины, ну типа жесткие. А для людей, ну типа есть дорога, похуй, что колдоебины, нам-то какая разница, машины не наши. Заказ еще зеленый, ехать 2 километра за 70 рублей, мне это, конечно, не очень хочется делать. Поэтому и отношение к этому будет такое. Надо тебе за 70 рублей ехать, иди садись. Ты неправильно заказал, моей вины тут нету. Здравствуйте, Металлургов 7. Но у вас точка стоит со стороны дороги, я там и стою. Со стороны дороги стоит? Да. А конкретно вот у вас
лаборатория независимой оценки и экспертизы. Ну да. Вы можете как-то аварийку включить, да? Аварийку включил. Хорошо, я увидела. Ну здорово. Ебать, почему нету... Блиновская, сделай курсу по заказу Яндекс.Такси, чтобы девчонки умели заказывать Яндекс.Такси, а не только мечтать. Точно не вплавь. Просто поедь, да? Сейчас приедем. Куда заказали, туда я вас отвезу. Еще у меня Яндекс гребет. Показывает вот 11 активностей из 100. Пропускаю. Теперь показывает 13. Пропускаю опять. Опять 13. Так он продолжает вот. 13. Опять 13. Что такое? Нагребет. Теперь попробую вот так отменить. Опа, 3. Неужели отменил? И в истории не покажет. При 3 активности дает еще заказ. Опять 11. Да хватит мне уже баллы поднимать. Я хочу, чтобы блокировка была. Боже мой, это что такое? Принять. Отменить. 3. Все, выход нахуй с линии. Сейчас будет заказик с пляжа. Знаете, какая самая проблема заказа пляжа? С пляжа. Это мокрые жопы. Надеюсь, их не будет в этой повязке. Но вроде переодеты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы переодетые же, да? Переодетые вы? Не испачкаете сиденье? Мы даже не купаемся. А, не купаетесь? А что, вода холодная? Мы же не ходим. Чисто по загару.